Далее, как считается площади, нужно сыграть на инфраструктуру. И в качестве приложения опишу применение развитой теории для получения, в данном случае, базового свойства экстремальных трудностей на неуловимых структурах. Итак, известно, что в первом анализе широко используется формула площади, то есть пусть у нас модельный случай, где это гипотезово отображение из РНН, где размерности образа она не менее, чем размерность хорошего. Тогда известно, что в ней выделяется почти все дифференцируемым отображением. И кроме того, справедливо следующая формула площади. В простом случае, если в ней просто один отдельных отображений, а Yes.
имеет степень травм, если она приложила шкаф, но еще не принадлежит к шкафному сверху. Некоторые результаты в докладе будут перечислены для модельного случая, когда число М будет. То есть у нас есть H1 подрасслоение и H2, которое совпадает со всем этим расслоением. Ну вот простой самый пример. Это трехмерный пространственный пространственный и в связи с этой структурой можно ввести такие ограничения. Ну вот у нас есть три большие поля, XYT, это здесь их значение в нуле. Положим, что есть такое ограничение, что руль не может переместиться вдоль поля D из точки 0,0,0 до жалкой точки 0,0,0. 0,0 понимается после экспоненциальных координат поле по вот этим полям в базисе. То есть мы не можем перемещаться вдоль поля D, но вместо этого мы можем двигаться по некоторой кривой гамма, что почти в каждой точке ее касательные
Особенности групповых операций, вот это вот расстояние, оно будет сопоносить.
Обычного пенового шага,
Thank you.
задачи. 20.